С огромным удовольствием представляю следующего нашего академика. Это Леонид Чипкин, мастер 7-го дана Окинава Годжирю Хиокай, человек, который лично занимался у величайших мастеров, у Йошихичи, Нанка Минеи, когда, правда, Лёни не было. В один из годов, я не помню, в 2008, по-моему, мы были в доме, лично в доме у грандмастера Йошихичи. У него дома висела такая клеенка, занавеска, которую Лёня изготовил для московской гашуку, ну, когда мастера приезжали. И там все мастера участники, там, значит, Лёня Чипкин стоит в Санчин, и Йошихичи подходил и говорил: «Чипкин, Чипкин». Он очень был горд тому, что Лёня Чипкин подарил ему вот эту занавеску. К сожалению, сенсей уже нет, да, Лёня уже, он давно ушел из жизни, но вот это в памяти осталось, так что встречаем Леонид Чипкин. Хотел бы заострить внимание на подточном методе работы и постановки удара. Значит, макевары, как бы, и другие снаряды существуют не для того, чтобы набивать мозоли на руках, а для того, чтобы прорабатывать мышцы ног, бедер и спины. И поступать на движение в сторону противника. Понятно, да? Первый вариант. Значит, что касается толчка, то, что говорилось назад. Значит, для того, чтобы быстро сорваться с места, нам надо как бы наклонить корпус вперед. Это сделать очень сложно, потому что у корпуса большая масса. Поэтому за счет сильных ног, за счет проработанных мышц, мы срываем тело с места за счет постановки ноги назад. Срываем. Понятно, да? И, соответственно, как бы также перемещаемся назад. Нога подпирает нашу массу тела перед собой. Вот в связи с этим вот есть такой фаз упражнений, значит, можно проделать, где мы делаем дьяку, поя, поя, дьяку, дьяку, поя. То есть у меня все время разные толчковые. Смотрите. Раз. Да. Понятно, да? Еще раз. Хлоп. Движение. Поя. Перед тем, как перейти к поточному методу, то есть этот толчок, постановка ноги, надо отработать. Блин, встали? Пошли за мной, по кругу, по кругу, по кругу. Медленно, войски, тоже поточный метод. Бежим, друг. Раз. Yeah! И пошли. Вот лучше. Так, быстрее. Так, дальше. Ураген, ураген. Ураген. Тоже движение. Раз, поя. Раз. Движение. Хе-я! Ос! Пошли! Один! Три!